Итак, мы сегодня общаемся не только с гостями, но и спикерами. Мой следующий гость — это Валентина. Очень приятно с вами познакомиться. Расскажите, какую компанию вы представляете? Я представляю компанию «Кенгуру». Это региональная сеть, омниканальный супермаркет у нас. И сейчас у нас 61 офлайн-магазин. Еще есть сайт, приложение, то есть развиваемся в этом направлении. Располагается в центральном федеральном регионе. Распределительный склад и центральный офис у нас в городе Иваново. То есть вы большие, опытные, можно сказать, настоящие эксперты на рынке. Да, мы большие, опытные. Нам в этом году, в декабре, будет 28 лет уже. То есть можно сказать, что мы много этапов прошли, и кризисы переживали, и пики, и падения, поэтому экспертизой обладаем. Расскажите, тема вашего выступления как звучала? Тема моего выступления была управление товарной категорией в омниканальном супермаркете. Я рассказывала о том, как мы выстраиваем свой ассортимент, как руководствуемся какой ассортиментной политикой, как подбираем позиции, какие присваиваем им внутри у себя статусы, генераторы имиджа, как потом оцениваем полученные продажи, в каких разрезах их смотрим. Ну, я думаю, что это было интересно и другим сетевикам, которые меня слушали, и производителям, потому что это взгляд изнутри. Так как не все гости, к сожалению, смогли быть частью вашего выступления, будет интересно, если вы расскажете какую-нибудь маленькую фишечку или маленький секретик, который уже прозвучал в рамках вашего выступления. Ну, маленькая фишечка, наверное, на самом деле для нас основная в подборе ассортимента. Мы подбираем товары, руководствуясь тем, как покупатель принимает решение о покупке, то есть разделяем товары на предварительный выбор, повседневный спрос, институционный спрос, и еще каждой позиции присваиваем определенный генератор имиджа. То есть это генератор минимального ассортимента или глубокого ассортимента, качественных товаров. Исходя из того, каким генератором является товар, исходя из того, какая это категория, то есть она образует там трафик или ее покупатели как бы заодно берут. Исходя из этого, и строим наш ассортимент. То есть с вашей помощью покупатель может продать абсолютно все? Не покупатель, а клиент. Клиент может купить абсолютно все, что входит в наше ассортиментное поле. Наша компания занимается направлениями четырьмя. У нас дом, ремонт, сад, и с недавнего времени мы развиваем еще автотовары. Слушайте, с большим удовольствием хочу сказать, что это, уверен, было наверняка очень интересно. Я желаю вам успешного бизнеса, и пусть ваши потребители действительно станут вашими фанатами. Спасибо большое.